Давай, давай похилимся. Брось, фу, кака. I need healing. Hello, everybody. Сегодня будем играть за нового маньяка. Поиграем еще даже, наверное, за нового выжившего. Короче, грядущее обновление 2.0 принесет нам нового маньяка и нового выжившего. Ну, также, наверное, новую карту. И вот он, этот новый маньяк, и он выглядит потрясающе. Это типа что-то расчлененная девушка, наверное, мстительный дух. Она зовут ее The Spirit. Какие у нее навыки, а хуй поймешь какие. Наверное, очень похожие с Фредди, потому что какая-то херня. Но надо за это поиграть. Сейчас, наверное, буду полчаса ждать в очереди, чтобы поиграть за нее, но я думаю, этого стоит. Ну, в общем, ох, какая задница. Спустя полчаса я так и не смог собрать лобби, так что поиграем сейчас за выжившего. А думаю, через, как обычно, через пару деньков мы этот... поиграем и за мана. Где наша... где он, новичок? Вот он. Так, Кастелланос такой черный. Так, Хендлфилд. Переулок Лемкин. Хендлфилд. По-моему, я слишком белый для черного. О! Чью дерьмецо. Дайте на нее посмотреть. Она за кем-то гоняется. А, окна-то нету. Это, блин, она как привидение какое-то. Ты еще стонешь? Слушай, я не знаю, ты с Японии или с... ну, скорее всего, с Японии. Я там не был. Я не причастен к твоему убийству. Фу, она какая-то глюченная. Женщина, вы идете за мной? Молодец. Палета очень странно стоит. Где она? Вау! Я вот понять не могу, это я глючу или она глючит. Или у меня глючит. Или все пиздец. Так, ну все, я доигрался. Она мне повесит. Меня, возможно, не снимут, потому что вообще никто ничего не заводит. Как так? Тотем? Огненный тотем? What? А, ну да. Об этом не должно предупреждать. Это ее тотем. А у меня что, не огненный? Я не... Что за? What? Стоп, у меня идея. Подвал. В подвале всегда есть что-то. Чья это кровь? Давай, давай похилимся. Брось, фу, кака. I need healing. Да похуй, что я пизды получил. Это было забавно. Нет. А кто ты? Да похуй. Полдела сделано. Наверное. Нет, смело аж на 4 плюсика. А! Нет, стоп, она меня не видела! Изыди, изыди, привидение! Фух, а тут выхода нет. Она меня не видела, надо было мне не двигаться. Надо было не двигаться! Серьезно? Меня потеряла? Или это мне на перепи? Да, она меня потеряла. Я думал, она мне на перерез пошла, нет, все-таки нашла. Смотри! Уи! Деревяшка, грызи. Какая послушная. Комар так укусил, что. А, и чешется, и убегаться хочется.
Птичка? Спасибо. Как убегать? Блять, она же дерево все грызет. Плохими манерами обученная. Нет, тут деревяшек. Вот. Ну ладно, понеси меня, подруга. Че, ушла? Ты что-то имеешь против черных? А, на других. Ну все равно. Ну, сука. Мы будем смотреть на ее жопу. Сзади тебя был крюк с тобой. Эх, она подлагивает, но это, я думаю, специально. Как будто я дрочу, блин. Давай, можешь захилить? Ладно, надо увести ее отсюда, потому что здесь заводит генератор. Выиграю типа время. Путем даже своей смерти, но мы победим! Что? Что? Я ей, по-моему, огрел этой доской, но... Черт! Она хотела что-то с меня высосать. Или сопель вытирала. Прыг, прыг, прыг! Черный умеет прыгать. Она прошла доску, но все равно, когда я ее опрокинул, она все равно пошла ее ебашить. Ну, красавица. Че ты скажешь? Ну эти! Заводите это говно! Мне жить хочется. Смотрите, доски кончаются. Я типа из тех, которые израсходуют доски ради того, чтобы выжить. Пизды! Привет! Как она мне пырнула. Давай еще. Блин, меня засосало. Но она какие-то телепортации делает бесшумные. Это какой-то плагиат Нерси. Собственно, игре плагиат. Это когда уже идеи не то, что добавить. Вот. Появляется. Я вылечил трех выживших. Конечно, спасибо. Ну что ж, ребятки, я на этом буду заканчивать. Это была катка за выжившего. Выживший выглядит прикольно. А его эти обилки мы еще не видели. Потому что... Нет, стоп, я мог бы использовать... У него же по стандарту доступны 3, вот. Ну, хрен с ним. В общем, всем спасибо за просмотр. Ставьте комментарии, лайки, подписывайтесь на канал. Оставляйте комментарии под низу. Под низу. А внизу ролика. И увидимся через пару дней. Для тех, кто смотрит ДБД. Мы поиграем за маньяка. Потому что сейчас я не могу поиграть, за него очень долго ждать. А мне терпения не хватает. Я полчаса высидел. То есть не высидел. Я не досидел. Я полчаса просидел, тупо в телефоне ковырялся. Ну, всем пока.